Я смотрю, с момента последнего визита здесь многое изменилось. Но это все равно не идет ни в какое сравнение с тем, что творится на Марсе. В чем проблема? Видите ли, Земля не очень одобряет эти исследования. Никто не хочет инвестировать в освоение далекой планеты с ядовитой атмосферой. Почему вы продолжаете этим заниматься? Скажем так, мы просто кучка энтузиастов с жаждой познания. Что интересного вы мне можете показать? Сейчас мы направляемся в главную лабораторию, где мы изучаем пока единственное открытое на этой планете живое существо. Не уверен, стоит ли мне выбираться на поверхность. Что если они там наверху догадаются, чем мы занимаемся? Не уверен, стоит ли мне выбираться на поверхность. Что если они... О, мониторы? Не думал, что когда-нибудь увижу их. Да, приходится на всем экономить и пользоваться древностями. Планируете ли построить новые исследовательские базы вроде этой? Вряд ли, эта база еще долгое время будет оставаться единственной на планете. Некоторые ученые из Земли, побывавшие здесь, отмечают, что масса этой планеты слишком мала для ее размеров. Что вы об этом думаете? Возможно, под каменной оболочкой есть какие-то пустоты, но мы только начинаем заниматься изучением этого вопроса. Для чего вам столько солдат и защитных турелей? Те существа, которых я собираюсь показать, довольно опасны. А однажды один из них сбежал, ранил двух человек и уничтожил оборудование на кругленькую сумму. С тех пор мы помешаны на безопасности. Я заинтригован, что же это за существа? А вот мы и пришли. Перед входом вам лучше надеть этот костюм. Честно говоря, меня очень интересуют эти бронированные энергетические костюмы, я много читал о них на Земле. Это ваша собственная разработка. Удивительный уровень профессионализма. Я бы хотел купить один из них, чтобы, как бы сказать, проверить на себе и записать подробную статью. Что скажете? Ой, я польщен, я так рад, что пресса наконец-то заинтересовалась ими. Мы заключим сделку у меня в кабинете. О боже, что это? Вы видите? Да, и да, я все записываю. Мы называем их снарками. У них очень интересный вкус. Пальчики оближешь. Мы бы могли выращивать их на Земле и на Марсе и подавать в ресторанах. А еще они вырабатывают потрясающую секрецию, способную произвести революцию в мире духов. И вы считаете, что ради этого стоит организовывать колонию и тратиться на системы безопасности? Поверьте, оно того стоит. Погодите, снарки – единственные живые существа на планете? Да. Ни бактерий, ни вирусов, ни червей. Сразу огромные полуметровые жуки. Вселенная полна сюрпризов. Да, мягко сказано. Когда они починят эту дрянь? Что это?
очередное землетрясение? Платформа 01, ответьте, говорит группа 345. У нас ЧП, прием. О, нет. База 01, ответьте, группа 345. У нас ЧП, просим. Вас понял, мы вас пустим. Нам как раз потребуется дополнительная помощь. Конец связи. Короче, ребятки, проверяем скафандр и сваливаем обратно на базу. Живо! Ты знал, что они работают? Да, конечно, мы бы имели путь. Ладно, я прикрою. Я вас вижу. Открываю шлюз.